Атестаты об адукации сегодня уручены и 47 выпускникам Гомельского кадетского училища. Лепшие так само отримали грамоты и узнагороды. Для Гомельского кадетского училища это 5-й выпуск. Линейка в установе, как и заусёды, проходит в урочистой атмосфере. По традиции на ее присутствуют представники разностайных силовых ведомств. Каждый выступает с натхняльными словами для уже былых кадетов. Главное загученного, каб усе свои профессийные навыки, яны выкарыстоўвалі на вучэбных полигонах и николі не прымалі удзел у реальных боевых дзеяннях. По статыстыцы, пераважная большасць выпускнікоў звязвае сваю будучыню з узброенымі сіламі альбо ўнутранымі органамі. Пакуль жа самы хвалюючы момант – развітанне з родным вучылішчам, якое на працягу апошніх гадоў без перабольшвання было другім домам. Тут гэтыя юнакі і дзяўчаты прайшлі сапраўдную школу жыцця, атрымалі веды і набылі новых сяброў. Все 4 года, которые наши кадеты провели в стенах учебного заведения, они получили самое главное, это то, что они ценят дружбу, товарищество. Они знают, что такое честь, достоинство. Тем часом в установе распачался прием документов, и он завершится на наступном тыдне. После будущих кадетов чекают уступные выпробования. Треба отзначить, что сёлета в училище изменился статус. Поступать зараз могут не только жихары Гомеля, але и в области.